Может, человек может рассказывать о себе все, что угодно, но правду о нем вы узнаете в тот момент, когда он открывается вам в каких-то своих реальных взаимодействиях. Когда вы увидите другого человека во взаимодействии с сотрудниками, с коллегами, с его родственниками, близкими там, и так далее, вот, вы увидите не тот образ, который он вам представляет, играя эту роль, ну, в хорошем смысле, просто поведенчески выполняя какие-то наборы действий, связанных с вами, вы увидите это в объеме его. Вот. И вы увидите тогда в большей степени реального человека.